Хотинский район – далекий исход Беларуси. Под таким девизом Хотинщина планует принять удел в 8-м международном инвестиционном форуме. У районе подрихтовали несколько пропану, которые могут затекавить потенциальных инвесторов на млине поспеху. Подробности в наступном сюжете. Хотинский район – самый усходний на Могилевщине, мяжой с Бранской и Смоленской областями России. А еще он ровно отдаленный от трех столиц – Минска, Москвы, Киева и четырех областных центров – Могилева, Гомеля, Бранская и Смоленска. Как лечат у Хотинском районе, такое географическое становище обовязково затекавить удельников инвестфоруму. Наш район подготовил 5 инвестиционных предложений в сфере агроэкотуризма, сельского хозяйства и развития промышленности. У Хотинском районе 3 инвестиционные пляцовки с полным пакетом документов уже готовы принимать инвесторов. На территории региона имеются 13 перспективных инвестиционных площадок, в которых мы будем и готовы сотрудничать с любым инвестором в любой сфере деятельности. От инвестиционного сотрудничества в Хотинском районе ждут перш за все створение новых рабочих мест и огульное развитие региона. Ирина Бардиловская, Юра Ластов, Новини регион.